Здорово! Это обзоры от mob.org и опять это трэш. Про сегодняшние новинки можно мало что рассказать, а потому я постараюсь побольше показать. Итак, в сегодняшнем выпуске вы увидите Бога оленей, симулятор охоты, заразный платформер, карточный футбол и длиннорукую обезьяну. Поехали! Бог оленей — это игра, способная перевернуть твои религиозные взгляды. У тебя ведь есть минутка поговорить об олене. Сюжет повествует об охотнике, который стал жертвой, и в результате мгновенной кармы был перерожден богом оленей в маленького олененка. Тебе предстоит пройти долгий путь, состоящий из морали, загадок и поучений. Пройди этот невообразимо красивый пиксельный платформер адвенчуру и перестань наконец убивать беззащитных животных! Кстати, о птичках. Никто не запрещал убивать животных в симуляторе охотника на оленей 2016. Тебя ждет улучшенная графика, физика, огромный арсенал нового оружия, трофеев и локаций. В остальном особых изменений в серии нет. Просто убивать стало интереснее, веселее и доступнее. Теперь ты сможешь поохотиться на горных козлов, пантер, уток и даже на огромных бурых медведей, которые просто пытаются защитить свою семью. Заразник — это невероятно веселое приключение зеленой сопли, которая должна выбраться из исследовательского центра путем присасывания к голове человеков и управляя их сознанием. Каждый персонажик обладает своими способностями и оружием. Используя других в своих целях, ты будешь стремительно ползти к успеху. Ну, в общем, тебе не впервой. Попробуй понравиться. В несложной игре «Бум-бум футбол» тебе предстоит грамотно составить команду из карточек, чтобы привести ее к победе. Во время броска, паса или бега игрока тебе предстоит тапать по всплывающим кольцам раньше противника. Ну а скорость тапа соперника будет зависеть от разницы в показателях ваших карточек. Короче, легче попробовать, чем объяснить. В игре 300 коллекционных карт, 3 поля и возможность игры против реальных игроков. Ну и последняя игра на сегодня — это Мобу. Мобу — это имя прожорливой обезьяны-альбиноса. Однажды Мобу встречает чудаковатого колдуна Вуду, который дает ей способность растягивать руки в неограниченную длину. И нет, чтоб мартышкам юбки задирать, он скачет по лианам, пожирая бананы. Несмотря на незамысловатый сюжет и знакомый геймплей, игра тащит великолепной стилизацией, юмором и веселой игровой механикой. В общем, два слова — добротный таймкиллер. А на сегодня это все. Качать! Если понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал, вступай в группу и молись Богу оленей вместе с нами. А по этим ссылкам можешь посмотреть то, что видишь по этим ссылкам. Да, вот так все просто. Это был обзор от mob.org и я Трэш. Увидимся!